Этот жизнерадостный малыш – единственное, что осталось в напоминании о любимом парне для Анастасии. Девушка была беременна, когда ее жених Евгений героически погиб на СВО. Пара планировала пожениться в октябре прошлого года. Парень ждал отпуск, но до возвращения к семье не хватило пары дней. Колонна, где был Евгений, попала под обстрел. Парень так и не успел узнать пол будущего ребенка. Он очень сильно хотел ребенка. Безумно. Мы все думали, что будет девочка. Он ждал прям девочку. Я говорю, я не буду узнавать, кто, а когда ты приедешь, мы вместе потом откроем бумажку и прочитаем, кто это будет, чтобы вдвоем узнали. Но не получилось. 30 сентября он погиб. И вот на второй скрининг ездила одна. Денис родился в феврале. Для бабушки Татьяны он стал единственным внуком и связью с единственным погибшим сыном. Я просто заплакала. А потом, когда пришла в себя, что это мой внук. Частичка Жени. Это дальнейший смысл моей жизни. Все. Но из-за того, что пара не успела узаконить отношения, девушка уже полгода вынуждена ходить по судам и добиваться установления отцовства на ребенка. Рассказывает, выплат не требует. Получить их все равно невозможно, так как пара не была в браке. В таком случае малышу положено лишь стандартное пособие по потере кормильца. И это необходимо доказать. Но, добавляет девушка, ей важнее, чтобы сын знал своего отца. Того же хочет и мать погибшего. Я хочу, чтобы у меня внук носил мою фамилию, чтобы в метриках у него Женя записан был отцом, чтобы все это было на законных основаниях. Девушка предоставила в районный суд доказательства. Согласие матери погибшего бойца на отцовство, переписки, где Евгений говорил, что ждет ребенка, а также совместные фото пары и помолочное кольцо. Юристы добавляют, в подобных ситуациях таких фактов бывает достаточно. Однако суд Топчихинского района их отклонил и потребовал проведения генетической экспертизы. Ну а сами вы не пытались сделать экспертизу? Она не действительно будет. А почему? Нам секретарь так ответила. Если мы сами сделаем экспертизу и им предоставим, то это будет недействительно. Юристы признают, что генетическая экспертиза хоть и имеет решающее значение, однако процедура эта не из дешевых, от 30 тысяч и выше. Не каждая мать может ее оплатить. У нас такая непростая ситуация в стране, и таких случаев, я предполагаю, что будет много. И здесь проблема не в том, что мы, скажем так, у нас мнения разделились относительно необходимости проведения генетической экспертизы, а ввиду того, что мы обратились с данным заявлением в марте 2023 года, на дворе конец августа. По настоящее время у Анастасии есть неопределенность. То есть это долгий путь до обжалования определения, потому что все-таки правда на нашей стороне. Люди опускают руки и идут в исковом производстве, платят деньги за экспертизу. После долгих прений Топчихинский суд все же назначил экспертизу и за счет федеральных средств. Но все эти ожидания стоили нервов, рассказывает девушка. Со дня на день семья ждет, когда им наконец сообщат дату ДНК-теста, чтобы в свидетельстве о рождении малыша наконец появились фамилия и отчество любимого парня и сына. Мария Мацева, Дмитрий Денисов. День с толком.